Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире радиостанция «Сангейтс». И я, Владимир Гершанов, в роли ведущего этой программы. Программа называется «Терра Инкогнита». Что же у нас сегодня такого интересного? У нас сегодня замечательная гостья, собственно говоря, которая очень много чего интересного знает. Зовут ее Наталья Иванова. А что именно интересного она знает, я вам, дорогие друзья, сейчас расскажу. Тета Хилинг – это вот есть такая полунаука, наверное, полурелигия. Ну, Наталья вам сейчас это объяснит. Наталья, что такое Тета Хилинг? Расскажите, пожалуйста. Так, в двух словах. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, все, кто слушает, смотрит. Тета Хилинг, сразу скажу, никак не относится к религиям. Это не религия. Вот. Это ближе к науке. Скажем, это психология с элементами энергетических практик. Это духовная практика, практика духовного исцеления. Исцеление физического тела, исцеление сфер нашей жизни, исцеление эмоционального, да, наших тонких тел, нашего физического тела. Почему такое название интересное? Тета-хилинг. Тета – это название диапазона, в котором работает наш мозг в определенных условиях. И тета-волны являются одним из самых целительных. Определенным образом тета-практик входит в это состояние и работает с людьми, работает с человеком или работает с собой. Поэтому тета-хилинг – это метод исцеления здоровья, а также всех сфер жизни с использованием тета-волнового диапазона человеческого мозга. Спасибо, Наташа.